Могут ли Чебоксары стать маленьким Токио? В республику с трехдневным визитом прибыла японская делегация. Гости посетят строительные объекты и дадут свою экспертную оценку развитию городской инфраструктуры. Вопросы сотрудничества и программу визита обсудили сегодня в столичной администрации. Один из возможных совместных проектов – строительство супердороги. Она соединит историческую часть города с районом по улице Богдана Хмельницкого. Также проект предусматривает возведение очистных сооружений и станции по переработке мусора. Гости уверены, чтобы добиться японского качества, нужно использовать именно их технологии. Это привлечет новых инвесторов. Чебоксарские коллеги отметили, что нужно учиться бережному отношению японцев к каждому квадратному метру. Архитектура города должна развиваться в ногу со временем. Ну, конечно, опыт японских проектировщиков, он очень ценен, потому что они в большей степени знают и понимают, ну, скажем так, запросы инвесторов в этом случае и могут оказать неоценимую помощь вот, при проектировании объектов, при развитии нашей городской среды, городской инфраструктуры.